прошлой неделе было много проблем. Я растерялся. Славик, я не понимаю, что ты поешь. Мы не могли долго выбрать песню, и это было действительно сложно. В какой-то момент мне показалось, что Славик опустил руки, либо расслабился. На тот момент как раз казалось, что выхода нет. Я, как всегда, не верил, то, что меня проголосуют. Наверное, уже всем надоело это слушать. Но это правда так. Зізнання в коханні від України здобуває Кучерявий В'ячеслав Рижиков! Офігеть! Коли тебе реально вибирають люди, страна, ну, это классно, это очень круто. Это еще вдвойне как бы дает тебе уверенности. Сплошные какие-то чудеса в жизни происходят. Многие дороги открываются, поэтому очень благодарен этому проекту и всем, кто здесь. Эфир и голосование зрителя показали, что он интересен. Это самое главное. Я в шоке, реально. Это очень круто. Сейчас ты не имеешь права расслабиться, потому что люди же ожидают, и надо оправдывать ожидания. Поэтому ты должен в себе тоже показывать какой-то рост. Хочется хулиганства больше от него. Риска больше, он же боится потерять. Ну, я его понимаю прекрасно, Поднажал чуть-чуть больше драйва дал. Потому что как только вялый, ничего не прозвучит. Для меня важно сейчас быть еще ярче, еще лучше. То есть нельзя делать следующий номер как бы хуже другого. Это самое главное. И это самое сложное. Take it all, but you never give. Should we know you was trouble from the first kiss? Had your eyes wide open, why were they open? Give you all I had, you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I get your grenade for ya. To my God, give you all I had. You tossed him in the trash. You tossed him in the trash. Yes, you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I get your grenade for ya. Yeah.
Сьогодні такі стихії, як повітря, вогонь, стали на захист твого таланту. Я до них доєднуюся. Це було вражаюче. Ані, я дуже хочу, аби ти прокоментувала зараз. Я можу сказати, що це було так по-європейськи. Це був такий фірмовий номер. Раптом ми перенеслися на якусь європейську сцену, не знаю, Британію, Лондон там, і попали на концерт. Я вітаю, чудовий виступ, неймовірна енергетика. Спасибо. Дякую. Дійсно, енергетику ми відчуваємо. Ось такі були коментарі твоєї колежанки Сереж. А що хочеш сказати ти? Я хочу сказать, Славик, ты умеешь собираться и выдавать на сцене максимум, стараться это делать. Я вижу, что ты расстраиваешься по поводу того, что немножко отстал в начале от ритма. Ничего страшного, это живой звук, очередное доказательство, что все живьем здесь, все по-настоящему, это прямой эфир. Мы живые люди, мы не роботы. Вначале чуть отстал, но потом набрал и сделал. То, что я тебя просил относительно зала, относительно взгляда, относительно... Все прозвучало, все отлично. Улыбнись, пожалуйста, как ты улыбался во время номера. Вот так, молодец! Дякую, Сереж, як на мене краще й бути не може.